Помолимся. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, висущим в гробе живу даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, висущим в гробе живу даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего раба живу даровал. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, прибудь с нами. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас также в любви, согласии и единомыслии друг с другом. Тебе же славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Сегодня 24 мая 2019 год. И мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. Христос воскрес. 15 глава, с 21 по 38 стихи. «И заставили проходящего некоего кириянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял». Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалось до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16-17 стихи. «Тогда, наконец,
Он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа. Мы должны совершенно отрешиться от того поэтического понятия о кресте, которое сложилось со временем под влиянием христианства. В то время это было позорное орудие казни преступников, то же, что виселица или гильотина. Вино со смирной давалось распинаемым, чтобы несколько одурманить их. Христос отказался принять это средство. Почему? Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Нет ли в этом укора для нас?» Ну вот давайте порассуждаем. Почему же он все-таки отказался? Нет ли в этом урока для нас? Да, прошу прощения. Не укора, а урока. Урок. Урок. Конечно же, урок для нас есть. Пожалуйста, у кого какие мысли насчет того, почему же Христос отказался? От принимания этого средства. Пожалуйста. Янис, как вы думаете? Ну, это слишком высоких материях, чтобы думать о том, что Бог думал об этом. Иисус Христос есть Бог. Он знает самое лучшее. Ну, и это для того еще, чтобы искупить грехи всего человеческого, значит, надо максимально на его страдания. Он все принял. Да, то есть вот это средство, видите, оно давалось для того, чтобы несколько одурманить их. Ну, что значит одурманить? Ну, типа наркоза, может быть, если по современным языком. Обезболивающее какое-то, да, вино, оно давалось там. Вот, да, то есть полностью это была его воля, чтобы взять на себя грех мира, пострадать за нас. Вот. Ну а какой урок для нас? Ну, урок для нас. Да. В чем заключается этот урок, вот исходя из того, что вот Христу предложили, как бы, ну, по-человечески, может быть, ему жалко. И Петру, помните, жалко было Христа. Вот. Но он твердой своей воле решил, что, говорит, неужели мне не пить из чаши, которую дал мне Отец? То есть он как Бога-человек. Не прервали. Что прервали? Мне звонок пришел другой. У меня перерыв получился. А где мы прочитали про вино со смирной? Наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А вот, вот здесь вот вино со смирной давалось распинаемым, чтобы несколько одурманить их. Христос отказался принять это средство.
Ну, может быть, уксус-то это вот не то, что вот у нас уксус горький, там просто и в вине есть процентное содержание какого-то уксуса, оно кислое может быть. Поэтому и называется здесь уксусом. А вот толкование или что, вот, ну, или предание это, что вот давалось вот это вот средство. А в Евангелии от Матфея это же событие описывается, что уксус был смешан с желчью. Вот когда я читаю эти слова, желчь это же очень горькое. Такое. Да, какое-то. Что? Какое-то противоречие, да. Здесь как бы смысл такой, чтобы вот, чтобы несколько одурманить. Вот. Но это может быть тем преступникам давалось обезболивающее. А Христа настолько ненавидели, может быть, хотели сделать ему, видите, над ним же насмехались, издевались, вот, и били по ланитам, и про реки кто, вот, видите. И, может быть, ему и горькое вот этот уксус дали, чтобы вот с издевкой, наверное. Христос, наверное, тоже знал, что был такой обычай, что подавалось вино для... Вот. Давайте, Игнат Тихонович, вам, наверное, лучше, кто тут рассуждает. Относительно желчи, интересно, я услышал. Встретился со старообрядцем, я говорю, а вы голубей-то едите? Да разве можно? Я говорю, а почему же нельзя-то? Потому что их и в жертву приносили, это самая чистая птица. Ну, как-то нет, это ну не принято. Я говорю, а свинью едите? Конечно, а ее Христос осветил. Я говорю, а как? А ему желчь свиную подавали. Я говорю, а где вы нашли свиную желчь, когда свиней-то запрещалось держать-то? Ну так это же римляне, язычники, они, наверное, воины, там свинарник имели, не знаю. Римские легионеры со свиньями возились бы, это новое. Твердо верят в это, поэтому можно подставки гнилые подставить где хочешь. Вот так, все. Ну, Игнат Тихонович, все-таки вот как вы думаете, ему давали для чего? И почему он отказался? И что давали? Горькое или обезболивающее? Он отказался вот от обезболивающего или отказался потому, что вот, ну, знал, что они издеваются над ним? То есть они думали, что вот сейчас дадим, он скорее вот вцепится, чтобы боль свою как бы... А там горечь. Я думаю, вот такие мысли у них были. Я, конечно... А вот понимаете, это и то, и другое вместе. Пьяница говорит, меня били, я не чувствовал, завтра будет то же. Библия говорит об этом. И поэтому они додавали как опьяняющий напиток. Вот действительно он... Вот когда делали операцию, обезболивания не было. Что? Стакан спирту ему. И тогда его режут, и он, говорит, почти ничего не чувствовал. То есть это свое время это, как наркоз. Так что то и другое, что Роман сказал, это все правильно. Ну, то и другое как бы не может быть правильно, но одно другому противоречит. Роман, ну, говорит, что давали горькое. Здесь я читаю, что давали для того, чтобы обезболить. Ну, горькое, ну, может быть, горькое, но спирт тоже горький. Но тут уксус написано. Ну, вот оно и обезболивает. Ты какой-то, какой, ну, сколько-то. И оно горькое. Как оно противоречит-то? Никак не противоречит. Все, что сказали, это все верно. Да, я вот, это Роман. Я вот как раз об этом и думал, что почему желчь давали. Потому что оно горькое, и как бы, как говорят, клин клином вышибает. То есть, чтобы какая-то боль не казалась такой сильно болью, а где-то в другом месте боль создают. То есть вот так вот горечь создавали, чтобы не так больно ему казалось. Но здесь-то мы считаем, что давали, чтобы одурманить, то есть притупить боль. Одурманивает, ну, вот вино. Так. Ты говоришь, откуда вино? Понятно, что вино не написано. Написано уксус. Ну, может быть, это, но есть секера. Секера и уксус — разные же вещи. Поэтому уксус-то ближе к вину. Ладно. Нет, они там
Там же прежде было написано, как раз-таки, сначала, когда его привели на Голгофу, ему давали вино со Смирной, он не принял. А потом уже на кресте губку смочили уксусом с желчью или там, может быть. То есть это два, как бы, события. Все, вот теперь понятно. То есть все-таки вино ему предлагали, это на начале было написано, да? Вот прочитали, как бы, мимо ушей, вот, а ты заметил, молодец. Вино прокисшее, да. Вино прокисшее, это и есть уксус. То есть сначала ему давали просто вино со Смирно, что такое, Игнат Тихонович? Смирно приносили же ладан, Смирну и золото Христу. Смирно, что такое вино со Смирной? Кто знает? Игнат Тихонович, знаете? А вот ты напомнил, ладан и Смирну, что означает Смирну? Золото как царю, ладан как священнику, Смирну как имеющему быть убитым. Помазывали Смирной покойника. И оно имело такое вот действие. Все. Ну, типа миром мазали, да, вот. Но его же внутрь не принимали, то есть они тоже, получается, что... изнутри его намазать хотели, когда вино ему давали. Дёготь для того, чтобы сапоги мазать, дёготь. А он запах дает такой, что если в избе есть курица или что-то, она может рехнуться, курица-то, не выведет ничего. А дальше, а это требует, какие-то язвы мажут. И кроме того, если есть глисты, помогает небольшими каплями выпивать. То есть оно потребляется и наружно, и так, и так. Тут никакого спорта не должно быть. Антисептик такой. Консервант. Консервант. Так. Ну, нам сейчас... трудно, как бы, но перед этим мы считаем, что над ним издевались, и... но потом-то, видите, наступила ночь, и они уже засуетились, перед этим издевались, вот их не состояние-то, они не верили в него, как в Бога, и насмехались, и сойди с креста, и ты такой-то, вот, смотри, то есть, где твой Бог? Вот. А потом начали природные явления меняться, они, наверное, все-таки начали сомневаться в своем неверии, так скажем. Да. И начали уже вино, наверное, приносить, я так понимаю. Нет, вино раньше они приносили. Вот, впереди, видишь, ты спрашивал. И давали ему пить вино со Смирную, но он не принял. Вот. Потом наступила как бы ночь в шестом часу. Видите, тьма настала. После тьмы уже давали ему не вино. Так-то было бы понятно. То есть вино его как бы немножко жалко, может быть, им стало его по-человечески. Что там, что творилось в их умах, когда они это делали. Вот. Ну, давайте дальше прочитаем. Глубокая тьма затмила его душу. Взяв на себя грех мира, он должен был вкусить смерть за всех. Евреям 2 глава 3 стих. Но как мы избежим, вознеродев отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Смерть грешника, разлученного с Богом. Римлянам 6:23. Возмездие за грех смерть.
а дар Божий жизни вечная во Иисусе Христе Господе нашем. Ужасная глубина этой скорби для нас непостижима. Вот, предлагается Марка 15:34 прочитать. Ну, это уже читали. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элаи, Элаи, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ну, как отец может сына своего оставить? Однако Господь произносит такие слова, да еще нам тут двойной перевод: «Элаи, Элаи, лама савахвани». Ну и тут же говорю, что значит русский перевод: «Для чего ты меня оставил?» Кто знает смысл вот этих слов: «Для чего ты меня оставил?» Как оставил? В чем оставил? Никто не знает. Господь остается верным до конца и, преклонив голову, предает дух со словами: «Совершилось». Иоанна 19:30. Сергей Павлович, это по человеческому естеству он так взывает: «Для чего ты меня оставил? По что ты, Боже, оставил меня, человека, чтобы я имел нужду в распятии за меня Бога?» Это вот по блаженному Феофилакту я читаю. «Ибо оставлены были мы, люди, а он никогда не был оставляемый отцом». То есть оставил в том смысле, что позволил умереть как человеку, да? По человеческому естеству так он называет, да. Он-то так на самом-то деле, конечно же, не оставлен Богом. А для чего на еврейском вот здесь вот выше сказано? Пророческое изречение Господь произносит по-еврейски, показывая, что он до последнего дыхания чтит еврейское. Да, это хороший как бы комментарий, несмотря на то, что евреи столько зла ему сделали и предали его римлянам, свои же, пришел к свои, свои не приняли. Да мало того, что не приняли, сделались предателями его, отдали его врагам римлянам, под которыми были. Вот. И какой нам урок? Вот Иисус Христос, он был антинационалист, скажем так. Вот. И вот и либералов, и демократов сегодня, если вот политическую брать картину, примирить может только Христос. Вот эта война на Донбассе, только Христос и его учение. То есть одни сразу войну вспоминают, демократы, то есть мы не можем предать память наших дедов. Те вспоминают Гитлера, который являлся для них освободителем от коммунистической заразы и химеры. Вот. И на этой почве, значит, национализм,
это плохо в глазах демократов, а в глазах вот либералов демократия это плохо, потому что она вот у них ассоциируется с коммунизмом тогдашним. То есть. А вот знали бы и те другие священные писания Евангелия, как вот Христос, несмотря на то, что столько бед ему делали, столько скорбей причинили, предали, распяли, унизили, оплевали, и все равно он их на их языке молится. И вот инаугурация этого Зеленского, он даже на русский язык перешел, его парили, тоже он хочет примирить, ну, остановить войну на Донбассе-то. Это вот сколько уже кровоточивая язва, это люди страдают. Получится у него, нет, Богу одному известно. Но клятву давал на Евангелие. Вот, хоть и бритый, и в галстуке, но... Все равно, как бы вот они не кричали москаляку, нагиляку, вот как эти евреи, распни, распни его, так вот мы, русские, должны все-таки этот вот людей, которые живущие на Украине, считать своим родным народом, и никакого национализма не должно быть в наших сердцах. Что вот хохол, где хохол родился, там еврей, что там. Вот. Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни еллина. Вот эти вот слова на еврейском языке, вот, нам растолковали. Христос любил, несмотря ни на что, и заповедал нам любить врагов. И мы, христиане, никогда не должны браться за оружие и мстить. Мне отмщение я воздам, говорит Господь. Кто в это не верит, тот, конечно, берется за оружие. А неверие – это страшный грех. Давайте прочитаем 7 изречений, сказанных Христом на кресте. Евангелие от Луки, 23 глава, с 34 по 43. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Иоанна, 19:26. Иисус, увидев матери и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». То есть он, умирая, позаботился о матери своей и передал ее ученику своему. Дальше он говорит: «Се матерь твоя». Исполнил заповедь: «Почитай отца и мать». Евангелие от Марка, 15:34. В 9 часу возопил Иисус громким голосом:
«Эллаи, Эллаи, лама савахвани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Иоанна 19, 28-30. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иисус, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось, и, преклонив голову, предал дух». Но вот здесь написано, что вкусил уксуса, а нам задается вопрос, почему он отказался. Какая-то нестыковочка. Может быть, он вначале отказывался, а потом, когда уже понял, что свершилось. Так, Наталья нам что-то пишет. «Для чего ты оставил меня?» — говорит вместо «Для чего ты оставил мое сродство, мой народ, что они сделали такое зло себе?» Люди из простого народа, будучи невежественны и несведущи в пророческих писаниях, не поняв всего воззвания, думали, что Христос зовет Илию. Ибо не все иудеи знали пророческие писания, подобно как и теперь не все христиане знают Евангелие. А уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер, прежде нежели придет Илия, чтобы помочь ему. Отсюда прочие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». То есть, не делай, чтобы он умер, узнаем, поможет ли ему Илия. Да, довольно-таки запутанная история с этими уксусами и винами. Так сразу и не разберешься. И Лука 23:36. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Благодарю. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Вот эти изречения, сказаны Христом на кресте. Ну, какой нам урок от этого, значит? Молиться и в душе просить у Бога быть верным и быть до смерти. Вот у нас поминки бывают часто, и люди все едут на могилу, поминают, и водкой поминают, и всяко. Но администрация автобусы бесплатные выделяют. То есть это вот прям такой, как сказать, обычай. А в Писании сказано, что «поминайте наставников ваших, и, взирая на их кончину, подражайте вере их». Вот, то есть, именно взирая на их кончину.
А кончина бывает вот и мученическая, в том числе и кровь христиан замученных, это семя христианства. То есть это, когда церковь гонима и вера у многих людей или пробуждается, или укрепляется, у кого она была хоть какая-то, потому что они, глядя на то, как люди добровольно за эту веру отдают жизнь свою, немало не сомневаясь, что они попадут в рай. И вот сами становятся христианами тогда. Но просить нам вот этих вот страданий, чтобы я вот сейчас бы меня бы вот схватили, да вот, и замучили, я бы в раю оказался. Этого не нужно просить, потому что, ну, можешь не выдержать и отречься. Ну, а если уж схватили, то проси у Бога именно в молитве вот этой вот силы все перенести. Ну и не забывать молиться с благодарением, что у нас это тихое мирное время до сих пор продолжается. Нет войны, нет гонений на христиан. Вот. И мы можем трудиться, уделять нуждающимся. Вот. А у некоторых этого нет, к сожалению. Ну, по прочитанному нету ни у кого вопросов или так, Наталья, неверующие люди как бы с насмешкой. Спасет ли Илья, или он сам себя, как воскрешал мертвых, то есть, ну, не веря, да, в это, и вот, как говорится, других спасал, а себя не может спасти. Насмехались, издевались, ну, вот. Сегодня у нас есть статья уголовная или какая-то ответственность или административная, оскорбление чувств верующих. Вот, то есть преследуется вот это вот, то, как вот насмехались вот над Христом. И вот сегодня, если над христианами будут также насмехаться, государство, вот оно должно по закону вот этих людей преследовать. Ну, вот эту, помните эту историю с пусярами, которые в храм забежали и стали дрыгать там ногами и молиться: «Богородица, прогони Путина», в такой неприличной форме, и я не знаю там, поскольку им там дали, вроде сидели они по году или по два, потом выпустили, толком не знаю. То есть этим верующим показалось, что они вот насмехались, осквернили храм, но оно действительно так, с гитарами, то все это. Вот. Надо было на улице выйти и всем молиться. Сергей Павлович, можно дополнить по благодарному Фефилакту? Да, конечно. Мирна есть самая горькая жидкость, значит, что давали Господу в поругании над ним. Другой евангелист говорит, что Господу подали уксус с желчью, Матфея 27:34, а третий, что ему поднесено было еще что-то. Но в этом нет противоречия. Тогда при тогдашнем бесчинстве одни приносили то, другие другое. Один уксус желчь, другой вино со смирною. А могло быть и то, что вино было кислое, а смирно прогорклое. И, следовательно, евангелисты согласны между собою. Ибо вино могло быть названо уксусом, а смирно желчью. Первое по своей кислоте, вторая по горечи. Матфея 27:34. Ну вот. Ибо когда сказано «не принял», с ним уже ясно показано, что не пил.
Вот все. Все, да. Но потом-то мы читаем, что он принял перед самой смертью. Его филакта этого нету. То есть сначала отказался. Был момент, когда он отказывался, и был момент, когда он согласился. А здесь нам задается вопрос, почему отказался. Но нет вопроса, почему согласился. Вот. Ответов на этот вопрос тоже нет, ни у Фефилакта. Ну, я думаю, нам рассуждать об этом-то и... Давайте, Игнат Тихонович. Я хочу сказать из собственной практики. Меня привезли, прям со стройки сняли, там с крыши, и привезли на операцию. Ну, кажется, что особенного-то? А я хирурга прошу, вы операцию сделайте мне без обезболивания. А почему? Я хочу пострадать, как Христос. А он говорит, то есть я сначала отказался, он говорит, а от вас это не зависит. Мышца начнет сокращаться, когда резать будут. Вам не дано ей руководить-то. Я согласился. Вот в моей жизни так и было. Сначала я отказался, а потом согласился. Так и здесь. Что значит согласился? Там намоченная губка. Ну возьми обыкновенную губку. Ну что там, капля какая попала. Там же ни воды никакой, ничего не было. Это же не стакан воды. А так поднимают, нажал ее губам, прижал, из нее маленько выдавилось. Что ты напьешься? Только язык помазать. Вот и все. Так что ничего тут нет такого. Так, Ольга, благодарю. Игнат Тихонович, благодарю. Все теперь прояснилось. То, что мы рассуждали, ну, так она и подтвердила блаженный Феофилакт. Евангелие от Марка, 15 глава, с 39 по 47 стихи. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он, так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова смотрели, где его полагали. Римский сотник, начальник римской стражи, стоявший напротив креста в качестве ответственного за исполнение казни официального лица, увидев, как Иисус испустил дух, засвидетельствовал факт кончины Иисуса и сделал об этом официальный рапорт Пилату, отвечая головою за достоверность сообщенного известия. Вскоре затем пришли воины от Пилата, чтобы перебить дубинами голени распятых. Иоанна 19:31. И тем ускорить их смерть от шока. Найдя Христа уже мертвым, они воздержались от этого акта над ним и ограничились тем, что пронзили ему бок копьем. Истекавшая кровь с водою показала, что действительно смерть наступила до этого. Иосиф снял тело. Это значило компрометировать себя перед всеми другими членами Верховного Совета. Но теперь страх людской у него прошел. Дерзаем ли мы
откинуть страх людской и открыто выступить за Христа, хотя бы мы компрометировали себя этим. Лука 23:51. То есть на нем сказано, что он, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафии, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия. Это вот об Иосифе сказано. Он и раньше не шел против своей совести. Как заразителен пример, мужество Иосифа повлияло и на боязливого Никодима. Влияние нашего примера идет гораздо дальше, чем мы предполагаем. Хотя бы ради этого нам надо выступить смело и вызвать к тому же скрытых друзей Христа. Филиппийцам 1 глава 13, 14, 28 стихи. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в городе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Деяния 4 глава, с 8 по 10 стихи. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». 9 глава, 27-28 стихи. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. 14 глава, 3 стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Все надежды о мессианском царстве разбиты для учеников. Враги торжествуют, и речи Христа о его божественном происхождении и о будущности его дела остались для учеников абсолютно непонятными. Вопросы? Как можем к нам это применить? Ну, во-первых, отсюда мы видим, какое было благоговейное отношение Иосифа к телу. То есть обвил плащаницей, положил во гробе. Вот и у нас в православной традиции тоже вот людей хоронят с благоговением, там, и батюшку приглашают, там, отпевают. Вот видите, сотник просто увидел на глазах смерти, и истинно
человек сей был Сын Божий. Почему он так, что на него повлияло? Перед этим, может быть, он был в числе издевающихся или вообще как бы... Или... Непонятно. Можно так сказать, что он же не первую казнь проводил, он же видел, как люди умирают, и это будет вот смерть человеческая. А так как Иисус Христос умирал, так он не видел никого, чтобы так умирал. Поэтому он сделал вывод: Сын Божий. Да, Игнатий Тихонович. Тут дело-то вот в чем, что понять это, тогдашнее и сегодняшнее, очень расходятся. Это не означает, что он признал, что он сошел с неба, воплотился от Девы Марии, что сын и отец одно, ничего этого не было. Он видел одно, что о нем плачут женщины. Вина его недоказанная. Он царем не хотел быть, и нигде нету. И кротко все перенес. Он сказал, такие люди угодны Богу. Вот в этом плане он и говорит, это Сын Божий. То есть Дитё Божие, усыновленное Богом. У Бога такие люди кроткие, смиренные. Ничего другого тут не заложено. Вот когда мы говорим слово «Господи» и «Господин», у нас сильная разница. «Господин», даже можно сказать «Господин», «Премьер-министр» там. А в других языках одно слово стоит. Если в английском «Lord», если по-немецки «Herr» там. Одинаково к Богу и к человеку. Мы тоже должны делать поправку на многогранность русского языка. Когда он сказал, а в другом месте наоборот, вот когда Петра спрашивает, любишь ли меня, у нас слово «любить» – все. Я люблю картошку жареную. Вот так. Я люблю голубей. Я люблю жену. Я люблю Бога. У нас одно. У них три слова разные. Филия, Агапи там. И когда он говорит, ты готов за меня жизнь отдать? А ты знаешь, он говорит, что ты мне нравишься. Вот ответ-то как звучит. А в русском языке передать никак этого нельзя. И поэтому здесь надо пояснение дать. Хотя и курсивом добавляются слова. Так что сотник не уверовал. Это потом будет говорить, Лонгин обратился. Да еще и что он знал? Учеников он упрекал за неверие. Учеников, которые с ним ходили. Явившись, говорит, упрекал их за неверие. Это дело-то непростое. Вот у нас была тут еврейка, я рассказывал. Ну, в общине. Она не была член общины, а ходила. Ну, она признает Христа Мессию, а за Бога его не признает. Но она видит, что я так ей выговорил. А когда поют веру и во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, Бога истина от Бога истина, она не поет. Ну, честно, еврейка. И она меня это прижала. Она говорит, вот Христос был бы здесь на земле, вы пригласили? Я говорю, безусловно. Тем более у меня всяких хватает тут и картошки, и всего. Я бы угостил его, и поел он у меня. А вы бы его как приняли? Ну, как принял? Как принимали другие, Закхей. А вы поверили бы, что у вас за столом сидит Бог, сотворивший небо и землю? Я сразу, даже не раздумываясь, ответил, никак. Как это так? Бог невместимый, это человек. Я принял его как мессию. Но ты веришь, как мы. И за что нас судить? Я понял, она права. Теперь, когда уже все соборы прошли, эта кредо полностью отшлифовалась верой в единого Бога Отца. И мы так верим. А что спрашивать сотника, который вообще ничего о нем не знал? Так что такому пониманию душа должна быть открыта. Он видел, что это Богу угодный человек, ничего другого он заложить не мог. А потом уж у нас большие буху подставили, и все проще. Отошел. Спаси Христос. Еще вопросы по прочитанному, может, у кого-то есть, или дополнение, комментарии? Ну, например, вот Игнатий Тихонович говорил, как у нас Господь называется в русском языке,
в латышском языке говорится «таскункс». Это переводится как «тот господин». «Тот господин» – не просто «господин», «господь», а «тот господин». А другие все просто «господа». Так Бога, к Богу обращается. А, ни у кого больше ничего нет? Если можно, про добрые дела скажу. Можно. Да. Это есть послание к Галатам, 5 глава. Но там вот комментарий нужен. Там, значит, перечисляются. Плод же Духа, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это и есть добрые дела, добродетели. Но странность такая есть у святых, что они перечисляют сверху вниз, как бы с горы и вниз. А если мы хотим добрые дела делать, то нам надо снизу начинать. А снизу начинается, если посмотреть, это тогда будет воздержание, кротость, вера, милосердие, благость, долготерпение, мир, радость. А любовь – это есть совокупность всех предыдущих 8 совершенств. Поэтому с любви начинать никак нельзя. Любовь просто будет от Бога уже, когда эти 8 будет – 9 сама придет. Вот. А то, и тут же есть еще выше вот злые дела. Тут дела плоти известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Вот 19 стих, 20 стих, 21 стих. Ну, все злые дела перечисляются. Вот я задавал вопрос про добрые дела, но я не получил как бы ответа. Ну, вот мне такой вот получил такой ответ. Благодарю. Вопросы. Давайте, час прошел, вопросы к Игнатию Тихоновичу. Ну вот Елена Фауэр просила спросить, она хочет приехать на крещение. Даете ли вы... С миром, Игнатий Тихонович. С миром. Я прошу вашего разрешения приехать на крещение. Так, по скайпу на меня зайдите, и все остальное я вам там скажу. Вам не отказано. Хорошо. Я по скайпу все скину. Все данные, что с собой взять, я маршрутку вам выпишу. Так, теперь о последнем, кто сейчас говорил. Дела духа и дела плоти. Вот у православных такое, там тщательно разбирают, что внизу, что вверху, какой первый, который второй. На деле этого ничего нету. Все решает рождение свыше. Человек полностью перерождается. Когда говоришь, если человек не испытал, он этого не понимает. Как так? Ну вот я был такой-то, а теперь вот я вот это воздерживался, помаленьку выкуривал пачку, а потом по половине пачки, потом вот так. Это не так. Тебе все остальное делается омерзительным. И дела плоти, они у тебя начертаются. И вы не будете иметь нужды, чтобы кто учил один другого. Ибо научены будете самим Господом Богом. То есть речь идет о нравственности, не о догматике. И что вы сразу поняли? Я сразу, смотри, тут только встал, я вижу, я совсем, я другой. Я еще ничего не делал. Еще никому не сказал. Но я сам на себя, который склонился на колени, и который встал, я увидел огромную разницу. Она случилась изнутри. И эти качества, ты даже о них не думать не будешь, они в тебя вложены. Почему евангелиста Иоанна, первая глава, православный так, сморщит, считают, нет, написано, рожденный свыше не может грешить. В другом месте не грешит. Да тебя заклюют сразу, как не грешит, когда все много согрешаем. Если говорим, что не грешим, значит мы лжем. Они не понимают, что тут заложено. Не грешит
человек в том направлении, когда грех его влечет. Он нечаянно где-то споткнулся. И потом грех-то такой, что, ну, даже не назовешь его и грехом-то, но он грех. Что-то нес, споткнулся и разбил. И так и здесь. Слово сказанное какое-то было или что-то. А неверующие, они сразу цепляются. Вот надо так смотреть. Вот так вот надо возрастать духовно. Вот я смотрю уроки масленников, Сергей Михайлович ведет. Видно, что человек хороший. Ну, просто замечательный где-то. Ну, как вот Игнатий Брянчанинов, он из рук не упускает. То есть он людей заблокировал. Они стоят на одном месте. А вот я посмотрю, как бороться с самостью. И что? И сколько времени потребуется. Оно тебе проявится там, где ты не думаешь. Когда даже не хотел говорить, оно может проскочить. А как? Ты должен заметить отклонение. Стрелка качнулась, и уже мысль возникла, и уже покаяние. Бог очищает. У православных это вообще не так. А вот надо, вот знаете, вот сначала помаленьку, потом так, вот это дело, как-то научишься. Ничего ты не научишься. Я сейчас сижу вот здесь вот. А перед окном калина растет, а дальше там у меня ворота. Ну, плохо видно, она уже листья появились. Ну, что-то там мелькнуло. На огороде голуби, кто-то их спугнул. Я сразу надавил наружное наблюдение и посмотрел, человек с велосипедом, я и не помню такого. Вижу, борода, как бы не борода, ну, щетина ли что-то. И идет, и видно, вынимает телефон свой и фотографирует все. В мой двор зашел и фотографирует. Да я не против. Ну, кто? Он подошел, я сижу, смотрю, а не выхожу. Он подошел, вход в церковь у нас, где вижу, фотографирует. Вышел, я уже говорю, как же так, он вышел на велосипеде, не закрыл калитку-то. А он, оказывается, развернулся, потом повернулся и пошел к соседям спросить. Тут, говорит, замок висит, а хозяева где? Они говорят, да там второй дом. Да я видел второй, но я не пошел, побоялся, может, там собака в этом коридорчике-то между сараями и крыльцом-то. Тогда я уже в это время вышел. Он, оказывается, видел последнюю встречу Шахматова Алексея Викторовича, журналиста, который приезжал, с Головиным, отцом Владимиром, как его зовут теперь, Владимир Валентинович. Вот. И его это тронуло, он говорит, как же так, я же в Барнауле и с человеком не встречался, и это, как же так-то? А там где-то нашел, адрес написанный, по адресу, и телефон знает. И вот я его вышел, и тут я его записал. Я вышел, конечно, с аппаратурой, и сразу его начал снимать. Он ни слова не говорит. В моем дворе я что хочу, то и снимаю, никого не спрашиваю. А он даже и никакой. И дальше он рассказывает о себе, как было. Я уже по второму кругу начал рассказывать, что там вот это меня сейчас коснулось. Я уже второй раз рассказываю. Ой, как меня это коснулось. Да у меня это как раз такая болевая точка. Вот вы как будто знали где-то. Еще говорим дальше, он опять. А я по кругу веду его, по кругу. Во сколько встаешь? Как, где работаешь? Простые слова. Но в это во все вкраплен дух Евангелия. И мы пробеседовали, наверное, около часа или больше. И мало того, есть такой ролик, я выставлял его, интервью с дьяволом. Он достал свой, как смартфон, или как называют, и все это видно, и сразу включил, и все. И я говорю, вот у нас в Потеряевку может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А он понял, он догадливый мужик. Домашняя работа только занимается, на государстве не работает. Ну и... А я ему все подгоняю к тому, когда кто не лжет, как проверить, не лжешь ты или нет-то? Он, я правду говорю. А я маленько погодя ему говорю, лжец должен иметь хорошую, отличную память. Почему? Он должен помнить, как было и как он сказал. А сказал так, может быть, экспромтом, просто внезапно. И теперь ему надо запомнить, где он говорил и кому. Ой, память должна быть. А когда как было, говорит, ничего не надо вспоминать. Ну, было, я помню, как было, и все. Я не могу ошибиться. Он сразу это подметил. Нет, я не обманываю. А я по кругу повожу, да опять к тому. Не обманываешь ты меня? Ты ко мне пришел в ограду, я тебя знать не знаю. Я на месте сижу, мой документ. Вот у тебя что есть с собой-то? Но не стал спрашивать. Звать Евгений, 1,75 м рост, я все разузнал. Вот там, второго ребенка ждут, одному 4 года.
его, и он сильно это, ну, руку пожать мне надо. Пожал, уходя, еще дайте я руку пожму, чтобы другим мог сказать, что я руку пожал. Так смешно даже. И он все это видел. Поэтому человек внезапно меняется. Вот он поговорили, и он, видно, за что-то сцеплялся, а тут чуть-чуть только подтолкнул в разговоре-то, и он уже за это. Он не стал сопротивляться, что Библию надо читать ежедневно, не как он от случая к случаю. Вот ждал, не ждать, не ждать. Сижу дома, кому благовествовать? А сам пришел, сам приехал. Ну, я уже тогда давай провожать. Говорю, мне идти на занятия, я только едва успел. Вот когда Господь дает перерождение человеку, и дальше тебе уже только ноги подставляй. Я не думал, как говорить с ним, не знаю его. Господь все это уже сделал. У него к этому расположение, а у меня сами слова полились. Я ему сказал только, чтобы он знал, что можно создать певческие, благовестнические, проповеднические разные отделы. Но миссионерский отдел никому не создать никогда. Его нельзя создать, потому что это функция Божья. А вот сколько, 300 с лишним епархий, и везде миссионерские отделы. Обманов. Обман сплошной. То есть они ничего не понимают. Если Дух Святой тебе дал жизнь, он покажет, где разговаривать, о чем разговаривать, продолжительность, чем закончить. Бог программу тебе дает, и каждый раз может быть разная. Никакая грамота тут не поможет. Почему и сказано, говорит, когда будете вызваны где-то на допросы, не думайте, что сказать, ибо в тот момент сам Господь будет положить слова свои вам на язык. Не заботьтесь. А заботиться можно, конечно, грамотный человек, он конспекты составит. И... вот так. Спроси Христос, Игнатий Тихонович. А что делать тем, которые не родились свыше? Родиться свыше надо. Если не родились, напрасно все. Конечно, хорошо быть среди верующих, хорошо, что у тебя живот не болит на ночь, лишнего весу нету, соседи тебе доверяют, но для Царства Божия это тебя не существует, тебя нету. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, увидеть, то есть ослепленный. А что сделать? Родиться свыше, другого варианта нету. Вот когда едет шофер и сильно уставший, на какие-то таблетки есть от сна? Есть таблетки, есть, я знаю их. А какие? Направо повернуть, и съехать с дороги и поспать часа два. А вот я всю жизнь борюсь с похотью и никак, никак. И что Андрея Кураева говорит, всю жизнь монахи, говорит, по пустыням боролись с анонизмом. Всю жизнь. А какой выход? Одна, один выход. Лучше жениться, чем сжигаться. Приятное лекарство и имеет в себе, может быть, даже эквивалент к будущему. Другого лекарства нет. Единственное лекарство. И когда его отвергают, притом поносят, они впадают во много худшее. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мальчика нужно с детства приучать. Благоговейное отношение к девочке, чтобы нигде он ее не трогал, пальцем не задевал. И она, чтобы хранила свое достоинство. Потому что есть, грозит смертная казнь, если она не окажется девственницей к брачной ночи. Я рассказывал уже не раз, это в Таиланде или где-то мусульманки. И вот девчонка, и вот врач пришла, гинеколог, и уже перед свадьбой, вот сегодня уже свадьба, они должны теперь показать справку, что она девственница. Ей говорят, она плачет, и она не допускает до себя. Она видит в этом, ну, даже мать, тетка там еще и врач. Но ей стыдно. А другая, и нужды никакой нету. Вон показывает другая фотография. В Израиле стоят голые женщины. И склонился полицейский, и у каждой влагалище руками раздвигает и смотрит. А ему надпись, что нашел раби? Ну, он смотрит, время домой идти к мужу или нет. Кончились месячные или нет. И прямо двое стоят голые рядом, а он третий наклонился, пальцами раздвигает и смотрит. Для нас, конечно, это странно. И вот они над девочкой бились-бились, там, наверное, не один час-то. Но она видит, ничего нельзя сделать. Она закрыла руками лицо, и врач проверила. А эти-то все замерли.
А там за стенкой теток, сколько там, все женщины, мужчин ни одного не видать. И женщина-гинеколог. И когда они сказали, а она девственница. Вот я первый раз видел такой ролик. А это они не составляют ролик, а прямо снимают. Они друг друга на шею бросились, целуют, смеются. Кажется, приплясывают. Сумели мы сохранить, сумели, настоящая девственница. Да еще чистые простыни постелят. Все отпечатается после ночи, а потом будут расстилать. Это в Библии написано. Вот как надо. А не так, вот была молодая там или что-то не знает, или что-то скрывает. Не надо. Если было еще, покайся, и Господь да простит тебя. А сегодня что смотреть-то? Они не поймут, зачем смотрят. У них другой лозунг. Если ты до свадьбы никому не нужна была, ты вообще негодная. Все поизвратили. Вот как радовались эти тетушки, я никогда раньше не видел. Они обнимают, руки сплеснут, друг другу на плечи бросят. Да она, там наша Наташа-то сохранила себя. О, Наташенька, да она, как она стыдилась нас. Ой, да какая она у нас. Жених-то узнает, как обрадуется. И мать-то теперь, ой, ой. Ну, кажется, еще особенного-то. Ну, значит, особенная такая радость. Радость. Они хранили ее. Сколько ей лет? Там 12, 13, я не знаю. В 12 лет выдают замуж-то. А у нас 12 лет-то она еще и куклу не оставила. Ну, давайте вопросы. А чего ты пишешь, Константин твой? Это ты пишешь, Сергей? Да, опять болезнь. А как это в чем проявляется-то? Не знаю, вот только сообщили недавно, еще не узнавал. Ну, что в психиатрическую больницу, я знаю, забирали времена Хрущева. Он сказал, у нас нет политических, а есть психические. И подряд генерала Петра Григоренко арестовали, он там советскую власть поддел, что несправедливые законы. Его сразу в психиатрическую упекли. Я прошел эти круги ада. Меня намучили 26 лет. Я знаю, что это такое, когда каждый член тела ищет другое место. Он мне недавно, ну, дня 4, наверное, назад прислал сообщение, что у него было видение, что 2 июня будет футбольный матч, и там Ливерпуль с кем-то сыграет там 3-0. И надо, ну, я говорю, к чему-то это вроде, ну как, мне откровение от Бога, надо ставку делать и выиграешь много денег. Я говорю, да это бес, говорю, тебе пришел, говорю, обманывает в виде ангела света, откровение от Божия. Да. Не делай никаких денег, ставки не делай. Он говорит, я тебя услышал. Он, это вот последние слова его, которые я то ли услышал, то ли нет, но он... Ну, что-то должны какие-то быть. Меня психиатрическую-то посылали, экспертизу здесь. И у меня для Слова Божьего нету книга, там священники пишут. И я справку поместил. Справка, с этой справкой можно хоть куда было поступать. Ничего не обнаружено, ничего нету. То другое, характер теплый. Всем свидетельствовал, не боясь преступников. Говорил, открыто говорил, ненавязчив. Вот все подчеркнули. Так что психиатрия, это когда говорят что-нибудь такое, вас надо к психиатру на меня. У меня справка, у вас-то нету, надо вас, а не меня. Притом у меня две справки. Ну что, замолкли. Притаились. Ну вот Наталья спрашивает, можно ли просить об испытании веры. То есть я говорил, что не нужно искать мученической смерти. Вот. А Наталья Усатая вроде как бы, не, думаю, не совсем да поняла и говоришь, ну как же, в псалме сказано 138. Она не просто спрашивает, она приводит место Писания, где молится там Давид где-то и говорит, испытай, узнай, Господи, какое мое сердце-то, и как, о чем я думаю.
Я в общем хочу спросить, можно или нельзя, не только именно... Нежелательно. Когда мы проходили-то. Потому что святые говорили так, без испытаний мне не спастись. Испытания дашь, не выдержу, не знаю, что просить. Господи, только ты знаешь, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вот так надо молиться. Да, аминь. Не проси ничего. А если пошлет, не ропщее, а почему у меня, а почему со мной... Прими как дар Божий и начинай трудиться, преодолевая препятствия. А я каждый раз Бога благодарю. Господи, какое ты мне даешь испытание по силам, прям ну по силам. Сверхсилы еще ни разу в жизни у меня не было. И когда меня резали, операции делали, операции очень сложные. Сложные операции такие. И все позади. Еще, пожалуйста, вопросы. Кто смотрел два ролика, я поставил, как вчера у них прицеп съехал в воду, опрокинулся. Я смотрела. Ух ты. Ой, не дай бог, конечно, такое, там такой труд. Там второй, но второй, когда смотришь, так я уже знаю, что уже дело прошлое, я сидел, переживал, прям не знаю как. Когда он пошел, и потом огромный трос, и трос этот утягивает с собой машину еще и трактор. И они не знают, что делать. Они нельзя скинуть никак. Их за болгаркой, что ли, съездили, лишились троса, отпилили. А он уперся одним бортом, то видно, там в глину-то, и до конца не опрокинулся в воду. Как подняли, нет, не знаю. Пшеницы много погибло. Они виноваты в том, что когда заново, когда он уже наклоненный был, они сейчас на машину скидали, там может быть тонн 8, а оставили тонны 2. Почему же мы не увезли-то? И когда он наклонился, эти 2 тонны-то, они на тот борт скатились. Скатились и ударили в борт, и сразу опрокинули его. Ну вот не знали, вот понимаете... Никогда не надо знать, не знать. Надо вычищать машину, чтобы облегчить ее. Ну что, все, наверное. Еще так-то время есть, 10 минут. Ну, ну давай, веди занятие. А за 10 минут мы не успеем. Ну не надо, не надо тогда. Песню спойте. Хотя успеем, тут маленький перекопчик. Давайте прочитаем. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8. «По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, когда он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, и объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Гробницы того времени были высечены из известковых скалах в виде, в известковых скалах в виде камер. Вход в них заслонялся большим каменным жерновом, который мог катиться налево и направо по выдолбленному желобу. Камень этот оказался отодвинутым, когда подошли к гробу жены. Как часто мы видим в служении Богу, что стоят такие препятствия, которые издали казались нам непреодолимыми,
но они были уже устранены, когда мы близко подходили к ним. Последовательный ход событий таков, что впервые пришли к гробу несколько женщин рано утром в воскресенье, стих 6. Побежали к Иоанну Петру, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стих. Давайте прочтем. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим, скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Затем воскресший Господь является Симону Петру, Лука 24:34. «И пошли некоторые из них ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Так, ошибся. 34. Ага. «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». То есть Господь вот и Симону явился тоже. Потом двум ученикам Господь является уже по воскресенье своем. Лука 24:17. Он же сказал им, так, двум ученикам, Лука 24:17. Он же сказал им: «Отчего это вы, идя, рассуждаете между собой? Отчего вы печальны?» Да, когда вот два ученика шли, и Господь к ним, вот Клеопа был, они сначала не узнали его, а он им явился. Так, потом 11 он являлся уже ученикам два раза. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 26. Так. В
тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, его были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Далее является 500 ученикам, собранным вместе. 1 Коринфянам 15:4-6. 1 Коринфянам. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12-ти, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Затем в Галилее Господь является». Марка 14, 28. «По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее. И в течение 40 дней являлся им, говоря им о Царствии Небесном». Деяния 1.3. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Ну и слово сказать, как там в чат рулетки, Игнатий Тихонь говорит: «Христос воскрес, а уже Пасха кончилась», и там один говорит: «Ну а что он, каждый день воскресает, что ли, вы говорите, уже же воскрес, Пасха прошла». Ну и вот Игнатий Тихонь ему поясняет, что в течение 40 дней Христос являлся ученикам своим, и у нас так принято, что в течение 40 дней мы друг друга приветствуем этим восклицанием: «Христос воскрес», в память о том, как 40 дней Христос по воскресении своем являлся ученикам своим. Вот видимым образом. Так, вопросы по прочитанному. Так. Ну вот у нас по последнее занятие будет, я так понимаю, по Марку. Здесь вот один перекопчик остался. Его можно даже, ну ладно, оставим на следующее занятие. Вот, а потом мы вроде как решили ответы на вопросы начать. Правильно я вас, Игнатий Тихонович, понимаю? Да. Какие тогда... А ты сам посмотри, там 55 папок. И ты ответ можешь не давать, а каждый пускай попробует ответить. Что тогда, прям сверху и начнем, с верхней? Или как? Ну, выбери как, ты начальник. Я начальник. У меня приехал священник, Владимир Карелин был. А я вытащил, мешком тряхнул,
А там несколько тысяч записок, мешок. И он сидит и с ногами залез на койку, разулся, конечно, и выбирает. А я в это время вопрос записываю. Нафанаил мне этот иеромонах сидит, печатает, а я хожу только по комнате и ему говорю, меня трогать нельзя, иначе порвет нить. А он сидит, выбрал такие вопросы, которые понравились ему, ну и мне передает их, а сам сидит и говорит, когда я закончил последний вопрос, он говорит, я ни на один, говорит, правильно не ответил, священник. И он, когда уехал домой, книги все приобрел или подарил, не знаю. И он, главное, вопросы эти огромным полотном сделали, написали. Люди подходят к смешной кассе, а стена вся в вопросах. Он говорит, мне вот этот вопрос. Он тогда смотрит, ага, это вопрос такой-то, том такой-то, там-то, там-то. И тут у него сделал как считальню. Люди вытаскивают, а мои книги у него под смешным ящиком. Он тогда вытаскивает нужную книгу и говорит, вот здесь такой-то ищи. Я такого тоже никогда не видал. Да хочу уже смотреть-то. 31 минута, давай молись, а то я уйду. Ангел вопияши благодать нечистая, Дева радуйся, и по Кирику радуйся, Твой Сын воскресе три дневе над гроба, и мертвые воздвигну, и люди веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, слава Господня, на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, Ты же чистая красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Назначайте, Игнатий Тихонович, молящегося. Нет, нет, брат, ты сам назначай. Ты главный. Роман Фроликов, молись. Господь наш Иисус Христос, хвала Тебе, что Ты собрал нас в этот день, в этот час. Даешь нам время спокойное для изучения Слова Твоего. Даешь нам возможность благовествовать. Не забираешь у людей Духа Святого. Даешь нам возможность дарить им книги бесплатно. Господи, слава Тебе, благодарю Тебя за все. Аминь. Аминь. Аминь.